Всем привет, меня зовут Марина. Сегодня будет обзор из магазина Fix Price. На дворе у нас июль месяц. И солнечный привет с Кубани всем вам. Ну и первое, что я хочу показать, это чудо плодородия. Органическое удобрение, универсальное. 400 грамм. Значит, подходит нам для комнатных растений, садовые цветы, овощные и ягодные культуры. Добавить 1 столовую ложку на 1 литр воды. Обеспечивает растения всеми элементами здорового питания, восстанавливает истощенный грунт и обогащает почву органическими веществами, создает благоприятные условия для развития корневой системы. Ну, попробую за 50 рублей, универсальное какое-то средство. Посмотрим. Если прям цветы розы у меня сильно шикарно расцветут, обязательно в последующих видео вам об этом расскажу. Так, ну быстренько покажу вот такие пакеты для мусора. Не знаю уже какая покупка по счету. Особо прочные пакеты для мусора. Биоразлагаемые, 30 литров, 50 на 60 сантиметров, 30 штук. Очень люблю эти пакеты, они очень вкусно пахнут ванилью. Ну и цвет мне этот нравится, они прочные, классные. Смысла нет, я думаю, их показывать. В общем, 50 рублей классные. Вот новинка нашего магазина от Trekking Bog. И никаких домомучений. Пакеты-слайдеры для хранения и замораживания продуктов. Застежка-слайдер, вот она изображена. Тут 5 штук их. Значит, 3 пакета 1-литровые и 2 пакета 3-литровые. 50 рублей, кстати, вот это вот стоит наборчик. Такие вот пакетики 3-литровые идут. 3 штучки. Вот они. Вот сами застежечки. Вполне рабочие, крепкие. Все прекрасно здесь работает. Вот так они выглядят. Их можно подписать. Тут написано дата и содержимое пакета. Но обычно как бы это не нужно. Вот такими картинками. И 2 больших пакета. Тоже рассчитано на 3 литра. Я, в принципе, решила взять для эксперимента. Поэкспериментировать. И сюда заложить сушку. Попробовать сделать вакуум. Закрыть. И от моли как бы уберечь. Ну, не знаю, если не получится, значит в морозилку кину. И все. Ну, чисто не экспериментальный вариант этих пакетов. Так, это 3-литровый. Точно так же их можно подписать. И такие же тут застежечки. Очень рада увидела у нас в магазине вот такие эластичные ленты. 2 вида у нас были. Fitness Power, как я так понимаю. Аж 2 метра на 15 сантиметров. Достаточно длинная резина. 99 рублей штучка. И высокий уровень нагрузки до 10 килограмм. Салатовый цвет до 5 килограмм уровень нагрузки. А у меня фиолетовая. У меня вот такая вот, значит, фиолетовая резинка. Состав написано ТПР. Не знаю, что это. Вот такой вот оно, она длинная, 2 метра. Ну, естественно, она идет не кольцом, а вот так вот раскрывается. В общем, классно, интересно попробовать. Мягкая такая резина. И вот такие упражнения нам здесь указывают. Подъем ноги вверх, отжимание с ленты, отведение ноги назад, подъем ноги на боку, сведение лопаток и так далее. Вот такие прикольные листы для заметок с клейким краем. 55 рублей. Пробили именно 55 рублей. У девочек видела, что некоторым повезло и по 25 рублей вышла такая упаковка. Счастливицы. И от Купер-дупер, 2 штуки по 80 листов. Вот такие самые, по мне, прикольные вот эти листики для заметок. Вот такие интересные. И они полностью цветные. А не просто цветная обложечка. Классные, прикольные, смешные. На холодильник в самый раз. Наконец-таки я приобрела себе вот такую игру запоминайку, настольная игра, 99 рублей. Я видела ее еще недели 3 назад или 4, когда их только привезли, но я на нее не обратила никакого внимания, так как мемо игра у нас уже есть, это переворачивать карточки, тренировать память. Я посмотрела, думаю, не нужно, но увидав в обзорах ее содержимое, мне эта игра понравилась, в итоге я купила, я очень рада. Здесь указаны есть правила игры, и это все совершенно несложно. Сюда входит игровое поле, 6 карточек и 36 фишек. От 3+, по возрасту, от Play the Game. Вот такая фиолетовая мне досталась. Фишечки. Вот так все открывается.
Вот такие здесь интересные фишечки, которые вставляются вот сюда, в эти ниши. Закрываем полностью поле, запоминаем, ну и пользуемся этими фишками. Я думаю, не буду правила рассказывать, как бы так все это понятно. Здесь у нас все отодвигается. Посильнее отодвинуть надо. И вынимаются вот такие игровые поля. Здесь их, насколько я помню, 6 штук. С разной совершенно тематикой. Цветы. Кстати, они двухсторонние. Разные предметы женские. Мужские спортивные предметы. Техника. Математика. Цифры. Вкусняшки. Зонтики. Тоже предметы. Здесь всякие буквы, животные, детские картинки, слова, цифры, опять предметы разные спортивные, цветы, по-моему, это я уже вернулась. Получается 12 полей в итоге, то есть она вам быстро не надоест, эта игра, так как множество разных рисунков. Игрушка очень компактная. Прекрасно, можно играть в машине. Ух ты, у нас грянул гром наконец-таки и полил дождь. Ура! Игра компактная, удобная. При движении, думаю, в машине будет удобно. И не только играть интересно семье и маленьким детям, я думаю, также хорошо тренировать память и пенсионерам, и детям с пенсионерами хорошо играть. И очень достаточно полезная игрушка. Опять привезли к нам книги, причем такого типа книг было у нас большое множество. Ну, я выбрала одну, называется она «Илья Муромец». Ну, не могу я пройти мимо славянских былин, сказаний, сказок. И чем примечательна эта книга, что она еще в 3D, то есть картинка с 3D, книга с 3D картинками. Сзади она выглядит вот так. В стародавние времена Русь содрогалась под вражескими ударами. Разгромные набеги степных кочевников держали в страхе весь русский народ. Но на защиту Киевской Руси поднялись смелые витязи такой недюжинной силы, что врагам не суждено было выстоять. И вот, значит, здесь у нас рекламка идет. Здесь у нас, значит, вот такие рассказы. Илья Муромец под Черниговым, Илья Муромец соловей-разбойник, богатырская застава и встреча Илья Муромца с Жидовином. Ссора Ильи Муромца с князем Владимиром, борьба Ильи Муромца с Калиным царем и три поездки Илья Муромца. Замечательные картинки идут. Кстати, есть примечания. У нас такой ливень прямо грянул, наконец-таки долгожданно от нашей засухи, что я даже боюсь, что он заглушит мою речь. Шум дождя. Вот такие замечательные картинки. Полностью показывать вам их не буду. Замечательный шрифт для чтения. Вот так это выглядит. И почему она 3D, многие, наверное, знают. Вот такая красота. Замечательный крупный шрифт. И так, как это работает? В этой книге анимированы следующие страницы. Здесь вот это все прописано. Значит, скачайте бесплатное приложение 3D Boom. Откройте приложение, выберите в нем вашу книгу. Наведите камеру смартфона или планшета на обложку книги. Или страницу со значком, картинка сразу оживет. То есть вот такие здесь условия для того, чтобы ваши картинки в этой книге ожили. Там была не только Илья Муромец книга, но и другие разные сказки. Поэтому обратите внимание, думаю, будет вам интересно. 50 рублей эта книга стоит. Ой, какой ливень у нас пошел, классный. Наконец-таки все польет, все мои розы, деревья напьются воды живительной. Ура! Классно! Ну и поехали дальше. Вот такие стелечки за 50 рублей. 4 пары от Happy Food. Идеально подходит для летней обуви. Содержит натуральный хлопок и целлюлозу. Так, хорошие стельки. Я одну пару уже вставила. Покупала я их в прошлом году. Вот. И даже пыталась постирать, но они совершенно не стираются. То есть, как они использовались, загрязнились, их проще выбросить. А так как они не стираются, они такие какие-то интересные, с такого материала гладенького. Ну, замечательные, как сносили, выбросили. Достаточно по нормальной цене. Не съеживаются, прекрасно держатся в обуви. Поэтому рекомендую, хорошие впитывают влагу, кому надо. Так что для мужчин прекрасно подходит. Ну, для женщин у нас кроссовочки тоже. Новинка нашего магазина также идет Кертис чай. 20 пакетов треугольников.
Так, яркие вкусы. Значит, что у нас здесь, какой вкус? Багама Найс называется. Зелено-листовой чай с кусочками ананаса, лепестками цветов и ароматом экзотических фруктов в пирамидках. Уже хочется попробовать. Такой именно ни разу не брала. 55 рублей. Был у нас еще другой чаек. Ну, тот уже, по-моему, мы пробовали, поэтому я не стала брать. Так, хорошие чаи. 55 рублей. Повторная покупка Гиалурол. Интенсивное увлажнение для кожи, гиалуроновая кислота, гель 50 мл. Мне очень понравился. Как-то было время, я его недооценила. Я как-то и так его на лицо намазывала зимой, что-то из крема в перемешку, что-то как-то он мне никак, вроде как лип. Но когда у меня во второй половине зимы вдруг неожиданно стала сохнуть кожа, не знаю, на руках и на лице, и шелушения появились, ну, плюс морозы, плюс, я не знаю, нехватка влаги, что ли, он мне замечательно помог, зафольгирован. Уберу его на, может, возможно, сейчас попробую попользоваться летом, ну, либо на зиму уберу. Увлажняет, шелушение с лица все убирает замечательно. Самое главное, он увлажняет. Кожа мягенькая, приятная, свежая после него. Поэтому, конечно, повторила. 50 рублей про запас, пусть лежит. Мне он очень понравился. Если какая-то липкость есть, я пользовалась им только на ночь. Под косметику я его не использовала. Ну, весной у меня липкость куда-то девалась. Видимо, кожа просто его съедала. Повторные, конечно же, бытовые влажные салфетки от Vistar. Легкая, быстрая уборка. Влажные салфетки бытовые универсальные. 120 штук. Они придают блеск. Натуральными эфирами цитрусовых. Беру не первый раз. Фанатка салфеток уже не один год. Они увеличились. У них появился клапан. Хотела взять зеленые, но у нас остались они фиолетовые, поэтому вот уже вторую фиолетовую, последний раз, ну, предпоследний раз я брала такую пачку, еще дополнила. Замечательно все убирают, 100 раз говорю, что классные, разъедают жир, то есть у них какое-то такое пропитанное каким-то таким веществом, нормальный аромат, не противный совершенно, 55 рублей, замечательные, рекомендую. Так, вот такая сгущеночка, 55 рублей. Цельное сгущенное молоко с сахаром. Не первый раз, 500 грамм. Все-таки в светофоре я решила полностью отказаться. Вот я уже показывала в светофорских обзорах магазин «Светофор» бюджетного. Там более выгодная сгущенка. Взяли один раз, что-то как-то не поняли. Вторую бутылочку я взяла, мне не понравилось. Все-таки химозина. Эта сгущенка получше. И я решила все-таки лучше возьму фикс-прайс, либо других магазинов, в светофоре я как бы отказываюсь брать, больше не буду. Классная, нормальная, ну, в железных баночках мне нравится еще больше, но так как в металлической банке не было банок у нас, были только такие виды сгущенки, такой вид один, вот взяла его. И сколько у нас здесь, если вдруг кто не знает, полкило? Ну и, конечно же, повторная вот такая шляпа. Брала, пошла всю зеленую. Шляпа мужская. Обхват головы 58 сантиметров. Такая синтетическая неприятная ткань. Кстати, состав полиэстер. Но мужу понравилось. Говорит, очень комфортно на рыбалке. Он себя в ней чувствует. Она продувается. У него хорошие поля. Закрывает замечательно лицо, нос, шею. Что очень важно. И он попросил меня купить еще одну. Вот я купила. К сожалению, только что она стоит 99 рублей. У нас они 77, как хотелось бы. По сути, мне кажется, 77 это ее цена. Ну, раз мужу нравится. Видите, такой шнурочек есть. Мы в ту шляпу в первую ставили такую бусину. И она хорошо, прекрасно держится. И не улетает никуда. Так что муж попросил. Значит, классная. Ну и, в принципе, все. Весь мой обзор покупок на сегодня. Всем до свидания, всем пока. Спасибо за просмотр. Есть какие-то вопросы, конечно, задавайте. Постараюсь обязательно ответить. Всем до свидания.